На базе коворкинг-центра «Старт» провели встречу химчан с медиками округа. Жители микрорайона Клязьмы-Старбеева вместе с главным врачом Химкинской центральной клинической больницы обсудили вопросы работы неотложной помощи, лекарственного обеспечения, вызова врача на дом и другие. Подобные встречи в городском округе проводят не реже 2 раза в год. Такой формат помогает напрямую узнать о вопросах, волнующих граждан. Результат личных бесед налицо. Основная тема волнующая – это работа неотложной помощи, вызовы на дом, сразу принятые меры, реорганизация работы позволила приблизить эту неотложную помощь непосредственно к поликлиникам. Мы, в общем-то, снизили существенное количество жалоб и улучшили доступность. Кроме этого, по запросу онкобольных в клиническую практику внедряют отделение паллиативной помощи. Для пожилых граждан округа на базе терапевтического отделения планируют открыть гематологические койки. Свои предложения по развитию системы здравоохранения округа можно оставить по номеру горячей линии Химкинской центральной клинической больницы 8 495 571 2025.